Гриша, Доктор Шикс. Сегодня мы на Егоре, третий этап Егора Дрифт Челлендж. Квалификация. Как у вас настроение сегодня? С кайфом. Еще бы не трогались, короче, нормально. Они до того, как я флаг опущу. А так, в принципе, нормально. Эй, я тебе говорил. Я вчера просто тоже наблюдал за твоими поединками со стеной. Я смотрю, ты у нас рекордсмен в этом этапе по количеству прилетов в стену. Ну, есть такое. Как ощущения? Слушай, ощущения замечательные. Главное ощущение от моей команды механиков, которые вчера просто, ну, совершили невозможное. Спасибо SolidWorks и Попов Motorsport. Нашли подушки для двигателя, сварили рычаг, выставили развал. Вот, и, собственно говоря, сегодня я могу ехать. Привет, во-первых. Вчера не было тебя видно на тренировке. Где ты пропадал? Мы за ночь перебрали мотор. И вот только-только выехали. Я прям удивился, да, красавчики. Да, может, в третий раз это нормально. У меня мехом привык. А, и что, сейчас выкатывался? Как тебе? Слушай, конфиг сложный такой, с опасочкой. Многие боятся. Да. Но молодцы, что поменяли, потому что все одно и то же. Тут прям интересно. Вчера штук 8 тачек в стену прилетело. Да, опасно. Я говорю, опасно очень конфиг. Надо прям аккуратничать. Как тебе реалии летнего дрифта? Все как-то не по-зимнему. 26 год едет. Машинка чуть капризничает. Я еще только учусь, так что посмотрим, что из этого получится. Изменяешь слайд с дрифтом на Егоре? Да нет, все согласовано. Не работает, рычаг не починить, поэтому, к сожалению, пока мы не едем. Окей. Мои эмоции до дрифт-такси, как вам? Руки трясутся. Хорошо. Я к вам вернулся. Ощущение просто бомба. Не понравилось, испугалась, страшно и вообще. Первый раз, когда было, вообще прям, я думала, все, я там держала двумя руками и чуть не до соседнего. Йоу. Потренироваться успел? Нет, один раз проехал. В одну сторону разворачиваюсь, а в вторую сторону хорошо еду. Будем побеждать. Машина едет? Будем машину побеждать. Не других, их не надо побеждать. Вот переживания нет, нормально. Сколько вчера машина шаталась в стену? Я видел штук 5. Ну да. Наверное, 5. Но сегодня одна машина 3 раза ушаталась. Поэтому я не знаю, считается это или нет. За крэш. Наверное, считается. Давит морально? Нет. Отлично. Это хороший настрой. Вот эта машина, она почему-то мне какое-то спокойствие, понял? Давай. Но я не знаю почему. Потому что вот на BMW я не мог так ехать. Трасса классная, мы уже много конфигов перепробовали, поэтому, несмотря на то, что это площадка, и не так просто проехать правильно все по клипам, на стоке тут довольно тяжело. Проблема с мощностью имеется, буст 0.6, тачку пинаем клатчами, вот так, но я думаю, что все получится. Любой выезд это не ради приехать, а ради победы, по-другому нельзя, по-моему, участвовать в соревнованиях. Поближе к бетону начал ездить. Вот. Красавчик. Спасибо. 4 балла. Первая попытка. Ну, маловато, конечно. Можно было побольше насыпать, блядь. Пожалуйтесь, пожалуйста, что у вас произошло? Почему вы выигрывали? Колесо отвалилось. Сэпа буксует. Мы будем рисковать. Ну, квалу на соточку. На соточку не знаю. Квал это не мой конек. Power!
Братан, здорово. Обычно ты по эту сторону камеры. Что ты скажешь нашим зрителям? Для начала? Мне неудобно, потому что я по эту сторону камеры. А так вообще погода кайф, снимаем. Ну, я как оператор тоже профессиональный стрик. Смотрим, у ребят сегодня дымные проезды, сейчас идет квалификация. Несколько раз ребята прям плотничком проехали к стеночке, но вроде едут дальше, это хорошо. Я слышал, ты приобрел билеты в кинотеатр. Да, слушай, 3D, потому что все объемно. 4D, потому что дым в глаза, стружка от резины. И 5D, потому что булочки трясутся. Просто от звука, от выхлопа, блин, они проносятся. Это вау. Итак, переносимся во второй день третьего этапа Егора Drive Drift Challenge. С утра на трассе небольшой туман, но думаю, ветер это все прогонит, и нас ждут отличные сухие заезды. Привет! Сейчас! Ну-ка, расскажи что-нибудь. А что рассказывать? Давай, Никит, расскажи, каково было в костюме ездить в первый раз? Жарко, очень жарко, очень-очень жарко, но удобно. Да. Никита купил себе комбинезон. Никита купил комбинезон, Никита да. Посеет. Андронов отработал. Смотри, Андронов, газуй. Опоздал. Боится, прыгай. Опять опоздал. Бах, еще раз. И вот это 90 с чем-то баллов правый, блядь. Знаешь, если конструктивно, ему надо качаться. Это отвага и безумие. Кстати, не попал. Не, в целом неплохо. Все, конечно, мимо, но неплохо. Серега Чуненков, ебать, горят быстрые. А я с ним еще так и не ездил ни разу. Да пойдет. Орлов! Миша! Миша! Ага. Миша, победа! Вот об этом я и говорил, что это полное вакханалия и безумие. Что в этом заезде произойдет? Вот. Слушай, ну, короче, топ-1, топ-32 встретились. А, они все же спорят на бабке. Да, давай спорим. Давай. Потому что я за Леню. Все, давай, косарь. Давай, косарь, а нас разобьют. Все, косарь, давай, да, я за Леню. Разбивай. We'll be right back.
И вот мы с вами на той же самой точке, что и утром. Как я и говорил, вышло солнышко, и асфальт стал сухим. А теперь нас ожидает парад пилотов. Я, блядь, лось может ехать, значит, и я поеду. Здорово, Серега. Привет. Откуда столько дыма? Я наконец-то сделал баланс мощности и зацепа. Откуда столько буста? Наверное, потому что бусмотр. Надежнее BMW или Жигули? Нервы. Красавчик. Падал прямо со старта, скидывая все свои трапы на завтра. Путь по течению не так уж и пусто. Бабки, вопросы, все на серьезно. Сколько дел сделано было зазря. Кидало назад, но таков тут расклад. Решается все, но не так быстро. В других победах не так много смысла. Многое скрыто от чужих глаз. Решаем дела, пока был не угас. Пока был не угас, мы кровью и потом выделили среди этих масс мимолетно. Не перебирая и не подбирая слов там. Такими шагами до взлетной под сотку. Что ты можешь рассказать, так ты не молчи. Опыт ценится в руках, но он может научить. Не дается один шанс себе проявить. Там, где парни не спеша проживают эту жизнь. Братка, выработал чувство так-то. Правда, кто не летал, тут не падал. Факты падал прямо со старта. Сбивая все свои траплы на завтра. Братка, выработал чувство так-то. Тачку твою. Такси. Две. Потому что кто-то из нас должен ехать только 8. А, да. Все по правилам. Секретов нет. Кайф.